Друзья, все видели табун лошадей, а табун тигров. Вот, полюбуйтесь. Такое увидеть можно только в парке львов Тайган. Посмотрите, сколько ребят в тельняшках. Это тайгановские десантники, спецназ, богатыри. Как говорится, уработают любого. Ходят, как по подиуму. Или по плацу, как в армии, маршируют. У кого какие ассоциации? Ну вот, что-то там не понравилось. Не совпало настроение у ребят. У одного было игривое, а другой хотел побыть в одиночестве. Да, удивительное зрелище, друзья, когда представишь, вот глядя на этих тигров, что их на всей нашей огромной планете Земля осталось около 1000, всего лишь где-то 500 в природе и 500 в различных зоологических парках. И вот посмотрите, сколько здесь. Поэтому, когда Олег Алексеевич говорит, что у него, по сути, значительная часть всей мировой коллекции тигров, то это, друзья, не преувеличение, так и есть. И вот представьте, человек делает такой вклад в репродукцию популяции тигров. Поэтому, когда кто-то из вас пишет в комментариях, что Олег Зубков заслуживает не бюрократических препон, а высоких наград, то, друзья, это совершенно справедливо и было бы очень даже уместно, честно, потому что мы знаем, что у нас всяким телеведущим могут повесить чуть ли не звезду героя. А вот таким созидателям, к сожалению, они у нас остаются без заслуженного внимания, заслуженной оценки. Благо, друзья, есть ваша оценка, народная любовь и то количество подписчиков, которое есть у Олега Зубкова, говорит о том, что он давно уже стал народным героем за свои труды, за свой созидательный труд. Вот и сейчас я иду по парку, и, друзья, идут работы, обрезаются ветки, что-то ремонтируется, что-то строится. О чем это говорит? Это говорит о том, что Олег Алексеевич все свои средства он сразу вкладывает в дело, чтобы туристам было еще интереснее приезжать в парк Львов Тайган, в зоопарк Сказка, чтобы они получали еще больше положительных эмоций. Ну а дело в том, друзья, что туристы-то приезжают
зачастую уже в Крым именно вот ради парков Олега Зубкова. Или даже те, кто приезжает на море, но посетив Тайган, они больше впечатляются Крымом и хотят сюда вернуться еще раз. Это ли не заслуга? Но мы-то с вами знаем, что в последние годы Олег Алексеевич даже грамоты от Министерства туризма не получил. Парадокс, но ничего. Сейчас, после подписания протокола Минэкономразвития, Олег Алексеевич, друзья, мы с вами смотрим рубрику «Вопрос дня» Олегу Зубкову. И там он ответил на вопрос, когда ему задали, хочет ли он открывать парки в других регионах. Он четко ответил, что вот наконец-то пошли с подвижки. И несмотря на все ужасы этого високосного года, в целом, опять же, вот из рубрики, посмотрите, друзья, кто не смотрел этот ролик, итоги 2020 года, обязательно посмотрите. Вот там Олег Алексеевич перечисляет, то я вам скажу, очень даже в этом году неплохие результаты в 2020-м. Заключены договора на землю наконец-то под Ялтинским зоопарком, с Каской парком Львов-Тайган. И многие другие подвижки. Буквы наконец-то устояли, которые столько лет были под угрозой сноса. И так далее. Друзья, перечислять не буду. Лучше, повторюсь, посмотрите ролик. Итоги года 2020 на нашем канале. И вы не пожалеете. Там Олег Алексеевич буквально по пунктам все раскладывает. Поэтому будем надеяться, что следующий год уже, помимо того, что власти повернутся лицом, но еще и будет дана должная оценка вкладу Олега Зубкова в развитие туристического Крыма. Ну что ж, друзья, я думаю, мы вдоволь полюбовались. А вон, посмотрите, Левик идет. Тоже любимец многих. Который у нас лето все провел у пруда в саванне. Маленький, но очень такой парень с характером. Я думаю, за зиму он еще больше окрепнет, станет мощным, сильным львом. Так, а ну-ка давайте посмотрим, друзья, что там за рык. Кому что не нравится. Что там? Тигр решил со львом выяснить отношения. Или это в других вольерах? Ага, наверное, это было в других вольерах. Да, да. Ну, у тигров тут такая группировка, что они из всех вольеров чувствуют себя здесь наверняка самыми уверенными в своих силах, потому что могут чисто численностью подавить кого хочешь. Малыши тигрята любят поиграть, а эти уже практически взрослые тигры
более степенные, более такой каждый со своим характером, но при этом очень дружные и, как вы видите, вместе им очень даже неплохо.